Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти, госпереворот, а не воля народа. Власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью. А мы в этих условиях вынуждены просто были защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживали. Ну а как иначе-то? Зачем же поставили нас в такое положение? Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через 3 дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть. Это плохая песочница. Нам такая игра не нравится. Зачем вы раскалываете страну? Ну что вы делаете? Нет, все равно вот прут буром, что называют. Мне иногда складывается впечатление, что там за большой лужей сидят где-то в Америке такие сотрудники какой-то лаборатории. И как над крысами там какие-то проводят эксперименты.